Восьмая выставка «Медицина и здоровье» состоялась в пятницу в Иванове. Городские областные лечебные учреждения, коммерческие структуры рассказывали всем желающим о своих услугах. Один из самых интересных стендов – онкологического диспансера. Для наглядности медики смастерили специальный тренажер, где черный ящик имитирует человеческое тело. Для публики сотрудники диспансера продемонстрировали навыки эндоскопии и лапароскопической хирургии. Представлена имитация взятия биопсии из бронха. Практически из любого полового органа мы можем взять внутрипросветную биопсию. А то, что касается лапароскопической хирургии, то в нашем лечебном учреждении в этом году внедрены три лапароскопических вмешательства. Это лапароскопическая нефректомия, это в виде ассистированной экстирпации прямой кишки и лапароскопическая тотальная гистерэктомия. Все эти операции, естественно, выполняются при онкологических заболеваниях. А тем, кому за 40, сюда. Четвертая городская больница предоставила возможность всем желающим проверить внутриглазное давление. Проходить эту процедуру необходимо не реже 2 раза в год. Коварная глаукома развивается почти бессимптомно и грозит слепотой. Глаукома – серьезное заболевание очень, приводящее к необратимой слепоте. И оно очень долгие годы никак не проявляется. Когда пациент заметил нарушение зрения, уже процесс развитой или далеко зашедший. Поэтому единственное, что мы можем, это заранее узнать, внимание, измерим, какое же давление. Вот давление может быть повышено, человек ничего не ощущает. Областная станция переливания крови не растерялась и устроила в рамках выставки «День донора». Сдать кровь мог любой желающий, и горожане этой возможностью воспользовались. Сегодня нас удивило то, что более 30 человек уже обратились, мы приняли у них, отказов не было. По сравнению с прошлым годом, ровно в 2 раза у нас увеличилось количество доноров. В прошлом году было 14 человек, сегодня почти 30 человек. Это говорит о чем? О том, что люди приходят и безвозмездно сдают кровь во благо другого человека. Для обмена опытом в рамках выставки для медиков были организованы круглые столы. Темы выбраны актуальные и, можно сказать, насущные. Рациональное питание для людей с избыточной массой тела и компьютерная зависимость детей. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.